Witajcie moi drodzy ponownie, no i kontynuujemy. Ja wciąż nie czuję się najlepiej, no ale trudno. Gramy. No proszę. Słynny na cały świat teatr Bolszoj znajduje się tuż nad stacją. Plotka głosi, że w jego piwnicach były tajne przejścia do metra. I to właśnie dzięki temu wielu aktorów i pracowników przetrwało dzień zagłady. Tu, na stacji, założyli oni nowy Bolszoj. Sława tego teatru sięga najdalszych zakątków metra. A skoro cywilizowany świat kończy się wraz z ostatnią linią metra, można powiedzieć, że nowy Bolszoj jest również znany na cały świat. Niektórzy twierdzą, że naprawdę kontynuuje on tradycję swojego wielkiego poprzednika, że wszystko wokół się zmienia, a w Bolszoj wciąż wystawiane są najlepsze sztuki. Ależ chciałbym zobaczyć choć jedną. Może nareszcie będę miał szansę? Kto wie? Fajny efekt. Все, Артем, договорился я. Можем идти на революцию. Через театр нас пропустят. Окей. От тебя, что ли? Это не тебя на метне жена сковородкой гоняла. Ты еще на перроне. Куда? А билеты? Не смеши народ. Вы слышите? Да-да, конечно, проходите. Артисты горят энтузиазмом и прямо на Геркулесе на сцену. Ладно, Станиславский. Ты, если хочешь, посмотри тут. Я тебя у гримерки подожду. A żebyś wiedział, że chcę. Maestra Kankan! Szybko, szybko! Czy mogę usiąść? Nie mogę. Hello! Drogie panie. Wam prześwituje stanik. Żeby nie było. Ja nie narzekam. No to oglądamy. Еще не видела. Несравненно, несравненно. Не знаю даже, как теперь остальным артистам производить впечатление на публику. Впрочем, думаю, они справятся. Переходим к следующему номеру нашей потрясающей программы. Этот человек презрел опасность, бросил вызов природе, ухватил бога нового мира за бороду и в очередной раз доказал, что человек – венец творения. Поприветствуем нашего великого дрессировщика Леонида Бурова с его ручным ужасом нашего города. Але, оп! Але, оп! Але, оп! Я кому сказал? Але, оп! Ах ты скотина тупая! Але, оп! Ты куда? А ну назад! Браво. Гдебим могу, то бим класкал. Очередная убедительнейшая победа человеческого гения над мутантами. Кстати, о мутантах. Даже до нашей станции дошли слухи о новых мутантах на ВДНХ. Черных, страшных, пули их не брала. А кто их видел, все с ума сходили. Но даже эти щадя ада оказались человечеству по плечу. Ребята с ВДНХ поняли, что заваривали чай не из тех грибов. <с <с
После возвращения к традиционной рецептуре новых мутантов как рукой сняло. Так, ха-ха-ха, я ничего не разумею. Блестящий триумф! Поздравим ВДНХ! А наша программа продолжается! Настало время внести в наше шоу лирическую нотку. Позвольте представить вам гения камерной музыки, самородка и талантище, несравненного баяниста дядю Колю Пожарного с произведением «Мое сердце рвется к небу, но, как всегда, бьется о потолок и падает на дно бутылки». Аплодисменты! Браво для дядя. Спасибо, спасибо, дядя Коля. Струны моей души никогда не будут звучать, как прежде. Слишком сильно ваша музыка коснулась их. Переходим к следующему номеру нашей потрясающей программы. Сегодня мне выпала честь представить на суд уважаемой публики самый зажигательный и искрометный номер по обе стороны Атлантики. Самое жаркое и знойное действо современности. Наше огненное шоу. Встречаем, господа! Чекаво, что сейчас. Поразительно, просто поразительно! Свою степень поражения я оцениваю минимум как вторую, а то и третью. Еще немного, и я бы начал обугливаться. Спасибо, друзья. Однако вынужден признать, что девушки все же зажгли жарче. Ребята, надо что-то думать. Даже не знаю. Может, огнемет попробуйте? Ну, а у нас все еще есть чем вас порадовать, дорогие зрители. Итак, на сцене виртуоз арпеджио, бог легато и демон тремоло, любимый ученик Владимира Манилова и Мела Бэя, величайший гитарист современности Виктор Минчук со своими фантазиями на заданную тему. Встречаем! Ну, давай. Coś nowego. A Paweł czeka. Jak kocha, to poczeka. We'll be right back.
Как говорится, еще немного, и сердце мое не выдержало бы радости. Ноги сами пустились бы в пляс, а душа отлетела бы... Куда там ей светит? Спасибо, Виктор. Спасибо. Уважаемая публика, я вынужден извиниться за некоторые изменения в программе. К сожалению, у нашего иллюзиониста кончились ассистентки для номера «Пилорама». Однако, у нас есть более чем достойная замена. Внимание! Рождение новой легенды нашей музыки! На сцене дуэт «Минчук и Пожарный». Дуэт. С инструментальным экспромтом «Мы патриоты». Поприветствуем виртуозов. Якийсь дуэт. Давай. Да. Ну, теперь дядя и тот гость. Столетия. Ошеломительно, просто ошеломительно. У меня до сих пор звенит в правом ухе. Это были виртуозы подземной Москвы, экспром-дуэт «Минчук и Пожарный». Итак, дорогие зрители, настал грустный миг. С прискорбием я вынужден сообщить, что наша программа подошла к концу. Надеюсь, она понравилась вам так же, как мы наслаждались вашим обществом. Спасибо, друзья! Приходите к нам еще! Маэстро, сыграйте нам что-нибудь прочувствованное на прощание. Яка ты бжитка. Kobieto, dziwnie wyglądasz. Brawo, brawo. No jeszcze? Nie wiem, czy on przestanie. Co, Artyom? Przyobczyłeś do sztuki? Ладно, пошли, театрал. Moi drodzy, Paweł poczekał, czyli kocha. Oj, Paweł Igorowicz, a co to wy tak rzadko zachodzicie? Rozlubili nas? Mogę tu wyjść? Nie mogę. Ne, to to. Jezu. hello. Дай пудру. Их тебе. Своя есть, ей пудрись. Дай пудру. Это разве пудра? А чего тебе твой не дарит? А он у нее того, экономный, во. Holy shit. Зато хозяйственный. Плюс 18. Ой, так и выходи за него. А он не зовет, экономит. Дура, мы просто проверяем чувства. Ага. Hello. Przynajmniej jej stanik nie prześwituje. Jak u tej. Nie przejmujcie się. Tak, patrzę co tu mają.
Czy coś tu macie więcej? Czy też nie? Беженцы опять. Одни беженцы. Что творится? А что творится? Война опять. Hell yeah. Небось опять коммуняки с рейхом воевать собрались. Когда им гадам надоест только. Забежьте то кресло. Только и знают, что воевать. Не могу там выйти. Тут уж было, нет? Вот что я тебе скажу, Артём. Вроде идти уже надо, но давай гульнем, раз живы остались. А я угощаю. Окей, але, чи я могу там выйти? Не могу. Ну, то сядем. Прошу, две фирменных, специально для вас из старого запаса. Настало полгода. Это дело. Давай, Артём, строгнем. Ух, хорошо пошла. Ай, вообще хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, и плохо у нас, и жрать нечего, и расстреливают всех подряд почем зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут, и строем все ходим. Стоп, давай-ка еще по одной. Давай, Артём. До дна. Так вот. Ну, да, у нас строго. Да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну и что? Порядок зато. У всех еды одинаково. Нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. Да, еще по одной. Ну, за равенство. Давайте. А, о чем это? Да. Посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу глотки, и вся недолго. Так что ты как хочешь, а я красный. Красным и помру. Так что, давай, за порядок. Красный, до дна. Давай, Артём, давай, до дна, до дна! Ну вот и хорошо. Не серчай, Артём, работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетёр, сейчас по чужую сторону баррикад. О, ты холеру. Бойцы, оформите товарища. Есть, товарищ майор. Слушаюсь. Но без яй. Вау. С возвращением, товарищ майор. Вольно. Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе, на дурацкую присказку о мушкетерах. Ничего. Мы еще поквитаемся. Интересно. Зачем Павел заманил меня в ловушку? Хм. Доброе питание. Пошел! Отставить! Это у нас так. Перегибы на местах, не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить, и ты теперь под арестом. Но с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Здравия желаю! Здравия желаю. Вольно. Вижу, жизнь бьет ключом. Так точно. Товарищ Москвин проводит смотр. Опа, сам генсек. Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно. Товарищ генерал тоже прибыл. Ну, повезло. Как все закрутилось. Слушай, Артём, ты парень умный. Должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста. Ты Пошел. Много знаешь. И я советую тебе не темнить. И я тебе помогу. Мы ведь с тобой кто? Мушкетеры. Один за всех и все за одного. А вот у товарища из ордена девиз другой. Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жить. Это последняя война будет, Артём. И мы к ней готовимся. У нас сила.
Серж Гео. Товарищ Морозов? Рад. Рад. Я думал, вы пропали. Смерти храбрых. Был в плену, Числав Андреевич. Вот, рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже... рейнджер. Его знаете? Так точно. Это Артем. Доверенное лицо Мельника. Они вместе нашли D6, и потом он отличился. Во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артем. Думаю, нам есть что предложить друг другу. Доставьте товарища в переговорную. Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен любезностями и сразу перейдем к делу, а? Известные вам мутанты-телепаты «Черные» представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу в вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Числав, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Отлично. Как вы верно отмечали, Лёне давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то мы собирались... Надставить все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про D6. На! Молчишь? Молчай, тварь! Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Леня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет! Сучоныш! Власти без крови не бывает! Бывает! Твой брат правил без крови, и его до сих пор любят! Стоять! А ты, стоять, ты... я сказал! Вы... делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей! Потом ко мне. Есть разговор. Вернись! Вернись! Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежно испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все расскажете. Отправляйся на Венецию с группой. Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с Черным что делать? Да, Черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и... И рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. Пошли они все в задницу.
и папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы там, если выберетесь, ну, живите. Вот, давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я по этим трубам от отца все детство прятался. Окей. Ciekawe. Czy mogę zapalić latarkę albo coś? Mogę? To są chyba narzędzia do przesłuchania, prawda? Uroczo. No, uda się. Dziękuję. Przyda się. Садись, Числав, говорить будем. Про переговоры в полисе? А, значит, уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава, а информацию упустил. Проклятые беженцы. И полис, и Ганза, и даже нацисты чертовы уже все знают. Крыс мы переловим, а война все равно неизбежна. Неизбежна? Знаешь же, я... И политбюро сомневаемся. Сомнение – признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне! Да, да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я не имею права? Я... Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом? И после его безвременной кончины, генсек, вы. Теперь я снова даю совет. И лучше вам будет снова прислушаться. Ты не посмеешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Чеслав... Да стоит вообще это чертово метро, всей кровище, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. Хорошо. Действуй. Политбюро я беру на себя. Чекаве. Косел. Допрыгаешься еще. Hitler V2 z tym wąsem. Лобовой удар не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы, зайти в спину, тогда, возможно, с основного направления и не встретит сопротивление. Потом зачистка. Смирно, товарищ генерал! Бойцы, на вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. В плен вы сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае и только на кодированной частоте. В случае контратаки противника объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал. Ну, удачи, орлы. Служу красной линии! Линии! Jeszcze coś, czy nie? Chyba nie. Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает.
явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о Черном у Павла. Теперь он моя цель. Fuck. Czy ktoś to słyszał? Chyba nie. Czy to są moje bronie? Tak. Tak, to moje bronie. To się przyda? Dziękuję. Czy mam maskę? Ściągnę. To chyba wszystko, prawda? Naładujmy także to. A jak to się sprawdza? Ile mam? Jeszcze dwa. Chyba starczy. To chyba teraz nie będzie spadać, prawda? W dół. Tak myślę. Wsio. Co to jest? Да не ссы. В инструкции сказано красный провод. Вот его и выдергивай. Сам и выдергивай. А я пока за углом постою. Что, штанишки наделал? Смотри, как настоящий мужик это сделает. Ну-ну, мужик, чё руки-то дрожат? Руки ладно. Главное, чтоб ещё другое не дрожало. Так, собрались. Красный провод. Красный провод. Давай. Да не торопи ты! Ну, долго еще? Сейчас. Очкуешь? Отстань, дай подумать. Ладно, ты тут еще... Че они с тобой пойдут? Че ты ж не? Ого, иди. Tyle. Czy ja tam dorzucę? Tego nie wiem. No zobaczymy. Mogę? Nie mogę. Czy to da się wykręcić? Nie da się. A, tu mnie nie widać. Nie wiedziałem. Kałach. Kałach. Czy ja chcę? No chyba nie. Dziękuję.
A co to jest? To było tamto. Czy ktoś mnie tu zobaczy? Tam jest kluczyk. Ciekawi mnie, czy ja tam przejdę. Chyba tak. Moje. Kolejny kałach. No nie wiem. Nope. Wyłącz to. Pozamykane. O, filtry. Halo? Gdzie mam iść? Tutaj. A czy teraz to przeczytamy? No niech będzie. Jednego jestem już pewny. Czerwona linia szykuje się do wojny. Bez pompatycznych stwierdzeń i histerii, z których znana jest Rzesza, po cichu formują największą armię w historii metra. Cisza towarzysząca przygotowaniom do wojny wydaje się być bardziej złowieszcza niż wszystkie przemówienia Führera razem wzięte. Coś w tym jest. Myślę, że tutaj mogę zapalić, bo i tak nikogo tutaj nie ma. I wydaje mi się, że chyba tutaj wejdę. No właśnie. Proszę bardzo. Hell yeah. Moje. Dziękuję. Czy ta broń jest dobra? Wolę to. Tak myślę. Żyjemy. Świetnie. A czy ja chcę kałacha? No chyba nie. Bo tutaj mam tłumik. To chyba nie spadnie poniżej 10, tak myślę. No ale moi drodzy, tutaj podziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych filmach.